свои 19 Виктория Волк четко знает, чего хочет от жизни. Призер Европы, неоднократный победитель республики. Вот и в этот раз она выиграла чемпионат страны в весовой категории до 53 килограммов. В завершающем поединке со счетом 4-2 спортсменка превзошла явного фаворита турнира Екатерину Печковскую. И радость, и понимание того, что ты чемпионка республики, лучше в своем весе. Это много вас стоит, если честно. Идти дальше и не останавливаться на Европах, мирах. Борцовской грамоте спортсменку учит семейная пара Ольга Земцова и Никита Логвин. Тренеры отмечают, легким это дело не назовешь. У каждой девушки свой характер и темперамент. Нужно быть настоящим психологом, искать подход и проявлять терпение. В борьбе самое главное, я считаю, это характер, лидерские качества. То есть не проигрывать, если человек не хочет проигрывать, хочет быть первым. И трудолюбие, любить этот вид спорта и много работать. На чемпионате Беларуси сборная Могилевской области стала первой в общекомандном зачете. Большая заслуга в этом именно бобручанок. На счету наших спортсменок 6 медалей, 2 золотые, столько же серебряных и бронзовых. Наша команда – одна из самых титулованных в стране. Вторая награда высшей пробы досталась Антонине Сенковец. Это доказательство того, что все, что я делаю, через все, что я прошла, не зря. Огромная благодарность своему тренеру, мне, моему жизненному пути и всем, кто меня окружает в этот момент. Это такая благодарность больше. Не там какое-то самоутверждение или там да я какая-то там такая, нет. Я вообще забыла, на следующий день меня поздравляют, а я забыла с чем. Есть девочки, которые выступают не только на чемпионатах страны. Мы прекрасно знаем у наших воспитанниц Курочкину Ирину, Каладинскую Ванессу. А многие здесь, которые им подражают, которые видят и которые что-то хотят, я думаю, что у них все шансы, которые могут себя проявить уже на следующих Олимпийских играх, дай Бог. Сейчас в училище Олимпийского резерва на отделении вольной борьбы занимаются 24 представительницы прекрасного пола. Ежедневные тренировки и постоянная работа над собой не проходят бесследно. Наши девушки талантливы и бесстрашны. Они сражаются и они побеждают. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360.